Развлекательно-игровое мероприятие проводится на территории детского сада. Здесь детей встречают сказочные герои, которые просят их преодолеть препятствия, отгадать загадки или продемонстрировать свою ловкость и смекалку. После прохождения всех испытаний ребята пришли к березке. Она их встретила, облаченная в русский народный костюм. В этом году на праздник в гости к ребятам пришли заместитель председателя Десногорского совета ветеранов Людмила Захарова и ветеран атомной энергетики Галина Беликова. Береза – символ красоты русской природы. О ней сложено много стихов, песен, сказок. Существует много старорусских примет. На Руси всегда любили белоствольную красавицу. В своих танцах и песнях ребята постарались передать свое восхищение ею. В мероприятии принимали участие ребята, которые на следующий год будут школьниками. Таким образом, в детском саду «Лесная сказка» прививают детям уважение и любовь к родине, к родной природе и чувство гордости за отчизну. Мы воспитываем любовь к родине, вот именно к малой родине, к нашему детскому саду, к березке, которая растет на этом участке. Вот. Дружелюбие, милосердие. Они познают тут все в этих праздниках. Завершился праздник традиционными русскими пирогами.